очень понятно даже, то, что он сказал. Хотя он был мусульманином, не православным был. Но было очень понятно. Очень было схоже с моей историей. Он рассказал такую историю мне. Однажды, говорит, когда уже боль была нестерпима, вот его тело просто разлагалось, значит, фактически. Вот и он очень жестоко страдал. И, вы знаете, он однажды на колени, но не просто намаз совершить обычный, он сказал своими словами такие слова: «Иисус» или «Исаун», говорит, «Иисус, если ты не просто один из пророков, если ты нечто больше, чем просто пророк, помоги мне». Вот пример молился. И он представил себе вдруг картину такую, что Иисус – это не просто один из путей, как бы, не просто один из посланников Всевышнего, как вот в их религии его учили, и как он учил других людей, а что Иисус – это уникальнейший путь, как его друг говорил, как в Библии было сказано, что Иисус есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Богу, а только лишь через Него. Этот мусульманский священник представил себе эту картину, и вы знаете что, друзья, Бог совершил чудо в его жизни. Он исцелился. Ушли страшные заболевания, там кости, плоти его болезни, там и диабеты, ну, много других заболеваний. Вот, и все это ушло. Некоторые болезни ушли в одночасье, другие вот очень в скором времени стали уходить, одна за другой. Он был сам в шоке, он таил свое христианство, он боялся обнаружить свое христианство перед всеми друзьями своими. И, друзья мои, но однажды он перед выбором встал. Либо ему открыть услышание сказать о Христе, либо отречься. Однажды его система поставила его перед выбором. Это очень знакомо мне было тоже. Очень знакомо, да более знакомо. И я прекрасно понимаю этого брата. И он сказал такую вещь из Библии. Вспомнилось ему. Он тайно изучал Евангелие, Новый Завет. И вы знаете, вспомнилось ему слова Иисуса: «Кто пред людьми от меня отречется, от того я отрекусь. Но кто пред людьми меня исповедует, того и я исповедую пред Отцом, пред ангелами». И однажды он пересилил себя, переступил через свою гордость, через свои убеждения, через то, что о нем многие друзья будут плохо о нем говорить после этого. И он назвал Иисуса Господом своим, Спасителем, в присутствии многих-многих людей. Да, его жизнь была подвергалась многим опасностям после этого. В его системе его не могли простить. Мне это тоже было очень знакомо, да более знакомо. И, друзья мои, сегодня он проповедник Евангелия Иисуса Христа. И он говорит многим братьям, он рассказывает многим людям, что сделал Иисус в его жизни. Друзья мои, и я верю, на примере вот этого мусульманского священника бывшего, очень христианков, также однажды снова влюбится в Иисуса и осознает, что нет ни в ком другом спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Что лишь единый путь есть, это сам Иисус Христос. И есть один путь, есть одна истина, и это истина вы, друзья мои. И мимо этого никак не пройдешь. Однажды христианство будет перед выбором. И те христиане, что исповедуют Иисуса Господом, это не верят. Но те, что отвернутся, это уже блудница. Друзья мои, и однажды в Киеве, там, в одном из соборов, я пришел, но я пришел не просто, я шел посмотреть, некоторые книги хотел купить, значит, и вообще помолиться. Я заходил в храм не просто, я не поклоняюсь перед мощами или же перед иконами, я просто зашел, значит, и просто помолился Богу за этих людей, чтобы в этом храме Евангелие проповедовалось про себя, так вот я не внутри помолился. И одна подошла женщина. Она в этом храме как бы, ну, как ашеры, да, как назвать это. И, и она говорит: «Батюшка, вот, она видела священника, я был в черном подряснике, с крестом на груди, видит, ну, наверное, священник, она традиционный, значит, и она говорит: вот, батюшка, пожалуйста, пройдите, у нас здесь рука такой-то святой, там, нога такого-то святого, там что-то еще». Я говорю: «Нет, спасибо». Я ответил, не так, как в системе отвечают, в этой религиозной. Она была шокирована: «Батюшка, а так не говорят, батюшки». «Нет, а у нас там такой-то святой лежит, там такая-то святая». Я говорю: «Нет, я не молюсь святым». Она была в шоке, конечно. Я ей стал рассказывать, ну не то, что громко, так.
стал рассказывать о том, как я раньше молился святым, теперь я не молюсь святым, я молюсь единому святому, что для меня единый святой – это Господь Иисус Христос, на самом деле, во славу Бога Отца. И она очень сильно удивилась, конечно. Она первый раз в жизни видела священника православного, который молится Господу, а не кому-то из святых. Подошла другая женщина, третья, они все там занимались, они там приборку делали, свечи там переставляли и так далее. Они окружили меня, эти бабушки. Хорошо, батюшки не было в храме, а то, может, меня поколотили бы там. Вот, значит, и они стали расспрашивать, а батюшка, как это, как то? Одна говорит, вот вы говорите нам все понятно, а почему наш батюшка объясняет, ничего не понятно? Или через раз как бы понятно. А я говорю, а вы спросите вашего батюшку, почему он так вам объясняет. И одна удивилась очень сильно, конечно, другая из подошедших, что я им мощам не поклоняюсь. Я говорю, нет, я подражаю жизни этих святых, но я не поклоняюсь их останкам. А почему? Я объяснил, что в Божьем Слове нет этого, и что это противно Божьему Слову. Как? Она очень сильно удивилась, конечно. А потом говорит, батюшка, ваша вера какая-то слишком упрощенная какая-то. Да, говорю. Ну, я ей объяснил, как мог, конечно, по Евангелию, что это не упрощенная вера, а что это есть как раз вера христианская, это есть. Но я понял еще одну вещь, что на самом деле гибнет народ из-за недостатка ведения. Просто-напросто из-за невежества. Так и сказано у пророка Осии. Невежественный народ гибнет. Невежественный народ гибнет. Друзья мои, многобожие, а именно вот обращение к разным святым, это есть тоже многобожие, но уже под христианским соусом как бы. И вот многобожие, оно никогда не было благословением. И не может быть благословением. Это есть как раз пример дезориентации христианства современного. На самом-то деле, настоящее христианство – это сам Господь Иисус Христос. И христианин, который молится, кроме Господа, кому-то еще, просит милости кого-то еще, он тем самым выказывает, я уже назвал это, просто-напросто свое недоверие Богу. Второе, он показывает свое невежество. А это невежество, это как просто, ну, какая-то грязь, привлекает болезни духовные всевозможные, бесов определенных, которые контролируют человека. И люди, молясь многим святым, прося их о помощи, не могут понять того, что эти могут помочь. Что даже если они все соберутся, эти святые, они не смогут помочь даже одному человеку, грешнику. Но есть единый святой, который может помочь всем и каждому. И реально помогает. И даже люди порой мне говорят такие вещи, и вам, наверное, говорят такие вещи. Вот мне по жизни помогает, допустим, говорят, Николай Угодник или Матерь Божья. Говорят такое, да? Мне тоже много очень часто говорят такое. Мне там по жизни помогает Серафим Саровский или Сергий Радонежский или кто-то еще. Я, слушая этих людей, каждый раз, конечно, возмущаюсь духом внутри, но я говорю каждый раз следующее, что воздайте славу Богу. Потому что от Него всякое даяние благое и дар совершенный. От Него. Люди просто не понимают, что Бог, видя их искренность, молитву, Он отвечает не благодаря их молитвам святым, а вопреки. Но в невежестве человек, он не понимает, и он благодарит этого святого, которому он помолился, а нет, чтобы поблагодарить того, кто ответил, того, кто дал ему благо, нет, чтобы подняться еще повыше. Вы знаете, Василий Великий, один из проповедников христианства 4 столетия, он говорил однажды, что христиане, они как птицы. Но есть птицы, орлы, которые летают высоко, а есть курицы, которые вроде как птица, тоже крыльями машут, но она не может подняться. И вот он на таком примере сравнил духовное христианство и плотское христианство. Плотское христианство – это курица, которая вроде как птица, машет крыльями, все. Орлом себе, может, представляет, значит. Но это не орел. Орел, гриль. Я такого не встречал еще. Да, судьба этих орлов, она такая, в гриле где-нибудь. Но вы знаете что, друзья мои, значит, на самом деле вот, Бог нас призвал поднять крылья, как орлы. Да? У Исаии, помните, сказано, да? Поднимут крылья, как орлы.
потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это кто? О ком говорится? О тех, кто надеется на Господа. Предстоящие, буквально в буквальном переводе с иврита, предстоящие перед Богом. Предстоящие перед, или же молящиеся, общающиеся с Богом, можно так перевести. Они обновятся в силах. Не перед кем-то из святых. Не перед кем, не в своей деноминации они обновятся, а перед Богом обновятся на самом деле. Больше ни перед кем, абсолютно. Слава Иисусу. И, друзья мои, однажды такая религиозная пелена спала с моих глаз, и мне стало страшно. Я подумал, а ведь множество людей не понимает этого. Думаю, надо же, что, мне и всех, что ли? Я стал интересоваться в истории церкви, как все было. Мне интересно было, как вот это многобожие, оно пришло в жизнь моей деноминации, притом так сильно укоренилось, что теперь как бы даже вроде без этого не мыслится вообще православие, и даже для большинства православных православие ассоциируется с чем? Это иконы, это кресты, это крестные знамения, это, значит, там, и это что еще? Молитва святым уже названная, да? Что-то еще? Молитва за упокой, совершенно верно. Друзья мои, ну, да, храм, красивый обряд, батюшка, значит, там, как петух гамбургский, значит, там. Все красиво, все путем. Но вы знаете что, друзья мои? Извиняюсь, может быть, за резкость, но... Это как в семинарском анекдоте. Бабушки разговаривают, одна бабушка другой говорит: Маня, нам, представляешь, нам, говорит, нового батюшку прислали. Молодой, красивый, поет, службу правит вообще, даже верующий, говорит. И вот порой то, с чем ассоциируется православие, я говорю людям: а вы знаете что, по-настоящему это не православие, это кривославие. Потому что православие, вы знаете, православие это как раз правильно славить Бога. Православие это, а как правильно славить Бога? Ну, уж православнее Иисусу, думаю, никого не можно, нельзя представить себе. Вот, значит, и сам Иисус в Иоанна 4:25-24 говорит, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться как? В Духе и истине. В Духе и в истине. И, друзья мои, я говорю, что вот мы часто ругаем, я вот раньше тоже часто там, допустим, ругал там баптистов, пятидесятников, там, значит, адвентистов, ну, всех, кто не православный, я всех ругал вообще-то раньше. И вы знаете, что, и даже однажды там, значит, печатал статьи в газете местной, и в своей газете печатал тогда статьи церковной против протестантов. И даже такое приложение такое бесплатное такое было в нашей газете. «Осторожно, протестанты». Как бы, там чума, холера, там, значит, там. Ахтунг, да. А побудила меня к этому, знаете, одна история. Вот, значит, я приехал в райцентр, тогда я просто в селе служил, был простым сельским батюшкой.